Кто отвечает за освещение двора? У нас стоят столбы, но лампы не работают. Куда обращаться, чтобы отремонтировали? Здесь нужно смотреть. Если данные столбы присоединены к общей городской системе освещения, то, соответственно, подрядная организация, которая обслуживает общегородское освещение. Если данные столбы проводами соединены от линии электропередач общедомовой, то, соответственно, управляющая компания, которая обслуживает данный дом.